Следственный отдел по городу Анапе регионального управления Следственного комитета по краю поступило сообщение о доставлении в городскую больницу малолетнего ребенка с тупой травмой живота. По данному факту было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Следователь выехал в лечебное учреждение, опросил мальчика, который сообщил, что указанное повреждение он получил в результате неосторожного падения со снаряда спортивного, так называемая змейка. В настоящее время ребенок прооперирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, его состояние расценивается как удовлетворительное. Следователям проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего инцидента, и по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.